Более двух десятков вопросов рассмотрели на сегодняшнем заседании республиканского правительства. Обсуждено обеспечение мобилизации доходов в бюджетную систему, контроль соблюдения финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины. Министерство земельных и имущественных отношений представило обновленные правила определения размера арендной платы за земельные участки, которые находятся в госсобственности КБР, либо собственность, на которой не разграничена. Утверждено соглашение о реализации федеральной целевой программы по развитию единой системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости. Кроме того, внесены изменения в прогнозный план приватизации госимущества республики на этот год. Минстрой ЖКХ предложил утвердить распоряжение о мероприятиях по привлечению частных инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На заседании принят проект соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров и воинской частью Балтийского флота в социальной, культурной и военно-патриотической сферах. Также обсуждена реализация программы взаимодействия с религиозными организациями Кабардино-Балкарии. Минспорта проинформировала, с 25 по 27 апреля в Кабардино-Балкарии состоится клубный чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. Регион к его проведению готов.